В Приморье планируется создание Центра Федерации бокса. Об этом заявил посетивший Владивосток председатель Комитета Федерации бокса России Умар Кремлев. В ходе конференции члены делегации обсудили вопросы спорта с губернатором Олегом Кожемяко и ответили на вопросы заслуженных тренеров края о развитии бокса в регионе. Бокс – это бокс. У бокса есть культура. Культура спорта. Бокс, ну, благородный вид спорта. Это не уличная драка. В боксе у нас нету добивать, лежачего бить. Вот. Так что у нас есть четкие правила. У нас, если мы спортсмен настраиваем, мы же не настраиваем его на злость, правильно? У нас спортивная злость. Вышел на ринг, побоксировал, потом уходишь с друзьями. Все это вы правильно говорите, и надо возрождать при этом. Я полностью поддерживаю, и вот мы будем это делать. И я думаю, что в ближайшее время вы сами увидите, как все здесь поменяется. Оказалось, что средства на проект уже выделены, а для функционирования центра Владивостоку не хватает лишь списка необходимых закупок. После открытия в центре бокса будут проходить турниры. Спорт развивается, существует этот вид, благородный вид спорта – бокс. Вот. Из-за этого мы, как спортивный функционер, должны созидать и создавать условия для вас. Для роста и повышения уровня спортсменов в Приморье пригласят большое количество профессиональных наставников. В их числе мастер спорта международного класса по боксу Федор Чудинов. Он, кстати, присутствовал на всех встречах делегации, а в конце дал наставление молодому поколению приморских спортсменов. Никогда не сдавайтесь, всегда добивайтесь своей мечты, как бы тяжело ни было. Тем более сейчас все дороги открыты. Работайте. Также в делегации рассматривают Приморье для размещения предолимпийского тренировочного лагеря. А основная задача для федерации на данный момент – проведение крупных спортивных мероприятий и соревнований высокого уровня. Кирилл Самойлов, Денис Фадеев, новости на Восьмом.